Нажимай. Нажал. Сейчас мигает, да? Всем привет. Да, привет. Привет. Бом-бом. Бом-бом-бом. А сейчас... будет фокус. Конечно же, я не буду кричать. Ах, просто. А-та-та-та-та. А-та-та-та-та-та-та. Ах, я ху... просто. Не-не-не, щелкай меня, когда я голову сниму. Я не хочу, чтобы у меня эта ебаная была на башке. Ну чё, роуп? Все, я сейчас избытка адреналина. Это Я земля вообще так сюда залезть обратно. На сейчас буду по вот этой копать. Как просто по ногами пройти по вот этой хуй. Залезла. А вот там вот еще можно пролезть. Дальше идет? Да, дальше иду. Я вот здесь вот поэтому. Окей. Просто, это самый смак. Просто. Моя мечта. Она сбылась. Хотя не, я все-таки попробую пройти по вот этой вот хер. Я иду по этой хер. Я иду по ней. Иду. Иду. Девушки уставились. Да. Ну что, заебись. Все. Будет самый популярный видео. Вырубай. Мои сиськи. Я это сделала. Я. Я встала на эту херню. Да. Подни дыху ты и ей насрать. И мне насрать. Но никто не хочет, чтобы меня дикать. А вы видели видео показанного чувака в майке, который на вышке ходил? Но мне все равно... Нет, это автор того видео. А откуда я эти слова знать? Да, это я снимаю. Понимаешь? Да. Серег, сиди, блядь. Ты... Серег. Ну, да. Что так много мата, блин? Мата много. Это мета-эмоции. Это эмоции студентки педагогического вуза. Студентка педагогического вуза забралась сюда и... Знает всего 30 слов. Удовольствие от жизни. Не, ну в общем, я предлагаю вам вернуться обратно, девушка. Пока адреналин вас совсем не захлестнул. Вам нужно сфотографироваться на углу. Не на этом, на том. Сюда забирайтесь. Обратно? Да. Вы можете я там пройти. Не, лучше пускай она. Сейчас пускай она отдохнет немного тело. Сейчас еще передоз адреналина будет. Начнет тренировать. Знаете, на самом деле, дамы – это редкие случаи, которые взяли именно сюда.
кстати говоря, девушка, вы тоже в красном, как один барин, который попал на высотку, на одну высотную вышку. Что ты говоришь? Сейчас, сейчас залезешь и скажу. Залезай сюда, выход сил, а ты не сможешь. Сможешь? Мы тут заснимем. О, бум-бум. Мои сиськи, мне... Они же не противовес получается. Противовес получается. Ну сюда, мне нужна сильная мужская рука. Я могу положить все, что будет, кроме руки. Спасай свою девушку. Давай, спасай теперь уже свою девушку. Пусть Вилов завидуется. Вильям дает. О, кого ты потерял? Кого ты потерял? Что ты там говорил про красные майки? Я заснял!